Исторически сложилось так, что среди предприятий Одинцовского городского округа нет индустриальных гигантов. Это очень хорошо для экологии и не очень для муниципального бюджета. Поэтому руководство округа внимательно следит за развитием местного бизнеса и оказывает ему необходимую поддержку. Одно из наиболее известных предприятий, работающих в округе – Кубинский велосипедный завод. Знаменитая марка «Стелс» занимает сегодня значительную – до 45% долю российского рынка. Производство обеспечивает достойной работой более 200 местных жителей. Вы видели там у нас табло, если вы его снимали, да? Там производительность вот, на сегодняшний день была 186 велосипедов в час. Где-то в день мы выпускаем порядка 2000 велосипедов. При том, что предприятие и так работает очень эффективно, поддержка местной власти лишней никогда не будет. Понимаем, как можем помочь с точки зрения каких-то земельных активов, инфраструктуры дополнительно. Этим мы будем в ближайшее время заниматься. Но предприятие на хорошем ходу, что называется, и они думают о развитии, не о сокращении производства, а именно о развитии. И здесь будем, конечно, активно помогать. Для нас это и большой налогоплательщик, и местный производитель, которым мы тоже гордимся, потому что эта продукция есть во всех магазинах, ну и рабочие места, которые тоже для нас важны, особенно в Кубинке. В случае успешных совместных действий «Веломоторс» сможет бороться даже с китайской продукцией, начиная с самых дешевых сегментов рынка. Тем более, что качество кубинских велосипедов намного выше. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».